У. Уважение. Это то, что мы больше всего любим в импровизации. Я обожаю парней за моей спиной. Только как участников нашего шоу. Добрый вечер! Ребят, здорово! Да. Привет! Здорово. Мы тебя немножко, сегодня немножко опасаемся. А почему? Потому что ты выглядишь как начальник помидорной фермы, посмотри. Так и есть, я еще из розыскного отдела. Чувствуете, наш разговор с вами какой-то вот без гостя не таким. Нам нужен юморист. Да? А че? Так давайте его позовем. Давайте. Михаил Галустян! Мишка, привет, 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 Мишка, привет, Мишка Галустян! Класс, привет, привет, привет. Мишаня, мы рады тебя видеть. Паш, я тебя тоже. Все эти аплодисменты тебе. Спасибо. Слушай, еще, давайте еще. Класс вообще. Немного себя. Вот. Миш, как дела у тебя? Семья, дети. Ой, семья целая, дети растут, ходят в школу. Собачку купили, кошку купили, значит. Так, неплохо. Что за собачка? Какая собачка пара? Такая, как она называется, белая сейчас. Мультипу? Мальтеза. Мальтеза? Мальтеза, да. Это кто такая? Это у которых, не шкура, не шерсть, а волосы у которых, знаешь? Окей, кошку какой породы? Кошку, значит, египетскую кошку, абиссинская кошка называется. Я ее абассанская называю. Это которая лысая вообще? Не-не-не-не, это которая такая красивая, египетская такая, такая... Привет, я буду у вас жить. Никогда не видел, чтобы вот так показывали кошку. Миш, я так рад тебя видеть. Давайте начинаем. Сцены из шляпы. Вот шляпа появилась в моих руках. В ней бумажечки. В бумажечках недописаны последние слова. Мы придумаем последние слова, и это будет заходом в шутки. А ребята как надобивают нам тут. Да. А если ты скажешь, что камеру поехали, заиграет музыка. Поехали. Итак, человек, которого возбуждает... Я должен продолжить, да? Да. Человек, которого возбуждает ложь. Можно так? Да, можно. Человек, которого возбуждает ложь, вранье. Я выплачу ипотеку легко. Арсений, лично тебе, ты такой красивый. Серёня. Это же вы, Супер Жорик, мой любимый артист. Значит, ты таксист, и у тебя есть свой бизнес. Давайте следующую. Давайте. Итак, Мишка, семья, которая передает по наследству что? Лакокрасочные изделия. Отлично. Семья, которая передает по наследству лакокрасочные изделия. Сынок! Да. Я умираю, сынок, подойди ближе. Передай это своим детям. Мы, зеленые ёблые, должны. Ты делаешь мне предложение фамильной ценностью? Алифа? Алифа! Что это такое? Так, давайте дальше. Итак, ребенок, которого воспитали... Биткоины. <с
Да ладно, придумали? А что? Господи, как вырос-то, малыш. Ах ты, бог ты мой, упал! Ну, я думаю, вряд ли сейчас польется прям потом. Я уверен, даже ни одной больше не будет. Трейлер к любой жизненной ситуации. Ну, давай к похоронам. Там был зайка, там была утка и там было яйцо. Но он нашел иглу. Помянем Кощея Бессмертного. У них было 3 табуретки, а нужна была 4-я. Где ее найти? У Ивановых? Нет, они сидят в креслах. Петровы? У них у самих сегодня похороны. В 7-м Б, который сегодня делал табуретки. Этой осенью. Табуретка. А, давай другую жизненную ситуацию еще придумаем. На это нашутили. Давайте трейлер к свадьбе. Давайте. Давайте трейлер к свадьбе. А давайте трейлер к свадьбе. Обожаю активных гостей. К Сидоровым пришли за табуреткой. А у них свадьба. Дорогая, я не успел вытащить. Этой осенью. Точно будет свадьба. Дорогой, да, дорогой. Спасибо, достаточно. Правдивая ложь. Вот самое финальное. Скажите, сколько мы вам должны? Ну, примерно 1700-800. Ну так... Дороговато, Михаил. Дешевато. И сколько, Михаил, всем интересно? Всему дню рождения интересно? За выход борются команды из Петербурга и Воронежа. Я уже много лет работаю рельсами. Вы знаете, я работал шпалами, но это совсем другие ощущения. Кто пройдет в финал, а кто отправится домой? Название отеля сегодня – смартфон. Здравствуйте. Здравствуйте. Я попал в беду, дай мне 500 рублей, потом все объясню. Смотри в новом выпуске «Импровизация команды» в пятницу в 11 вечера на ТНТ. Михаил Галустян. Правдивая ложь. Но для начала определи, кто в этой истории будет играть тебя. Можешь выбрать любого человека. Ну, Серега более-менее не похож, пусть он и играет. Серега, тебе достается. Yeah. А остальные ребята сыграют любых других персонажей, которые по ходу появятся. Миш, супер-жорик. А, ну точно, Серега, да. А как началась вообще история? Откуда появился супер-жорик? Что за идея? В чьей голове она возникла? Да, все очень просто. Мы как-то посмотрели, что творится вообще. С кем? Ну вот... С Ревой? Ну, не. Саша это на самом деле еще очень даже хорошо. А так послушали песенки. Мы поняли, что мы с Гариком Мартиросяном, надо сделать маленькое уточнение. Внимание, да. Да, мы поняли, что... Не хватает хороших веселых песен. Значит, придумали музыку, шли. Как придумали музыку? Расскажи. Мы шли по набережной города Сочи с Гариком Мартиросяном. Придумали текст вначале. Какая была первая песня?
«Хочу тебя любиться», она называлась. Да, там, «Зачем надели это платье? Зачем твое платье в леопарде?» Там вот все такое придумали, параллельно слушая местных жителей, «Колорит». Дошли, записали музыку, песню. В смысле, куда дошли? До конца набережной дошли. И там написали музыку? Да, просто. И как раз там параллельно проходил международный фестиваль армянской музыки. Вот, и нам сказали, так давайте специальным гостем пусть выступит Миша Галустян. Ну, давай пусть не Миша Галустян, а пусть это будет Супер Жорик. Так, и? Спел песню, взял приз зрительских симпатий, а это же там снимали, это же по телеку. Естественно, это же армяне там все сделали. И мы поняли, что раз это все мы сняли, давай это еще и в клип засунем. Мы еще и клип сняли параллельно. Где? Там же прям? Там же прям, да. У Арсения, смотри, как лицо отвисло. Я объясню. Человек, который вокруг театра 60 лет ходит, не знает, как зайти туда. Я объясню. За день все залетело. Там же ты в клипе танцуешь. Да. А ты пел, и ты уже и танец еще придумал? Да. А откуда взялся танец? Танец, значит, фестиваль этот проходил, армянских песен, и туда приехали Тодес, девочки. Они там для всех выступали, мы сказали, слушайте, ну давайте для нас тоже, девочки, поставим быстро танец. Они поставили для нас танец, я быстренько отрепетировал, и все. Три дня тебе на все понадобилось? Три? Да, три дня. 30 лет к этому. Так, хорошо. Куда-то дальше, как бизнес это развивается, корпоративы? Да, нет? Конечно, меня начали звать на заказные выступления, на дни рождения, на свадьбы. Первый корпоратив, помнишь, или самый яркий? Первый заказник, помню, это был детский день рождения. Так. Да, да. Мальчику было 42 года. Нет, девочка, русско-армянская семья, мама русская, папа армянин, заказали меня, я... Все понятно, мать нет, отец, кто тут платит? Нет-нет, да и да. Но нет-нет, да, да и да. Классно, все повеселились, я с детками потанцевал, попели песенки. Ну как это было? Ты в чем ты выступал? Как ну ты в одежде Супер Жорика пришел, говорил, привет все мои красавицы, мои девочки хорошие, волки, здорово, как дела? Животных они тоже звали, да? Отдельно, вольер. Сидели. Слушайте, ну это очень сумбурный рассказ. Вот поверь мне, ты сейчас с ума сойдешь, какая будет история по этому поводу. А, вы ее сейчас будете показывать? Да, от начала до конца. Смотри, если тебе нравится, или это так было на самом деле, или бы тебе хотелось верить в то, что было на самом деле. Зеленая типа кнопка, да. Лайк. Согласен, mm-hmm. да. А вот это вот нет, переделайте с этого момента. Все, mm-hmm. ребята, погнали! В кабинете у Мартиросяна, Миша и Гарик. А, где Гарик? Да, здесь Гарик. Гарик, здорово. Давай. Да, правильно. Ну хорош. Давай посмотрим, хотя бы один клип плохой какой-нибудь посмотрим. Давай. Реву, любой клип. Рева хороший клип. Рева сердце моем живет всегда, Гарик. Я Реву люблю. Рева мой брат, кровинушка моя, душа моя, в души в нем не чаю. Как ты когда про Реву говоришь, без акцента начинаешь прям от души. Давай, едем в Сочи. Ты голова, я исполнитель. Деньги за корпораты пополам. Летим в Сочи, я плачу за билеты, брат. Все, Сочи, набережная. Нужен хит. Подходим, стреляем, хватит. Медведя выбиваем. Скажи любое слово. Зачем это платье надела? Зачем это платье надела? Леопардам не нравится леопард. Ой, мама, что это? Ой, мама, что это? Ты запоминаешь? Ой, смотри, какая мама. Я хочу в тебя влюбиться. О, фестиваль романской музыки звонит сразу же. Да. Звонит. Один в один вообще история. Как вы узнали, что мы поем? Вы что со своим автоматом здесь стоите? Гарик, не культурно стрелять так? Медведь будешь? Я буду стрелять медведь. Я ему 2 часа оплатил, я пока все вопросы улажу, он пусть стреляет. Дело в том, что я стреляю как боженька.
Стреляю как боженька. Как боженька стрельбы вообще. Выбивайте. Я, между прочим, президент ассоциации страйкбола. Чего? Какой ты президент? Дай автомат сюда президенту. Я очень хочу. Эш, ты так с ним не разговаривай, он с Кадыровым дружит. Тогда занимайтесь сами тут. Через 3 дня фестиваль армянской песни, говорят, спойте, что хотите. Я говорю, у нас есть песня. Соответственно, напиздел. О, смотри. Ну, у нас же есть, ну, набросок есть. Хочу тебя любиться, жениться не хочу. Ну, это, считай, готово. Я уже женат же. Да положи ты ствол. Я привык. Вот смотри. Ты, сейчас меня... нас сфоткают, Галустян со стволом на набережной, и я рядом. Ты знаешь, вопросы решаю. Гарик, ты не представляешь, сколько у меня фотографий со стволом. У меня с таким стволом. Вот с таким стволом. Вот с таким стволом. Нет, это только у меня. Только я и жена смотрим, наслаждаемся. Только жена. Только я. Миш. Миш. И вообще, мне не нравится он. Мне этот ствол не нравится. Скажи, пожалуйста. Вообще, лучше бы его не было. Скажи, пожалуйста, почему я слушаю про твой ствол уже 10 минут? Мы братья. Алло. Миша, любимый, привет. Привет, дорогая. А ты где? Я в Сочи. И что ты делаешь? Сочиняю песню. Миша, хватит баловаться. Начни нормально работать. Это мама трубку забрала, что ли, или что? Я не понимаю. Никого умнее я тебя не знаю. Волосяная собака, кто это? Это любая собака. Купить любую собаку, дочка. Да, вот возьмем, давай, смотри, ходит по пляжу. Скажем, это волосяная. И кошка вон какая-то драная, скажем, египетская. Миша, что бы ты без меня делал? Жорик, вот, Жорик, куда ты побежал? Жорик, фу! Фу, плохая собака, Жорик, фу! Фу, Жорик! Это супер! Подвязали, блин! Миш, мы тянули. Мы тянули. Удивительные 3 дня в Сочи, конечно. Просто как карьера музыканта, просто от начала до конца. Если тебя еще убьют где-нибудь, вообще... Здравствуйте, я Алла Духова и не могу найти дорогу. Как все складывается! Это золотое жило, Миша! Золотое жило, да! Золотое жило! Узнаю тебя, Гарик! Узнаю тебя, брат! Я когда бабок дело доходило, я вообще начинаю армянином стать, брат! Золотая жила! Воу! Это как тогда ты за 1,5 часа в кино снялся! Не заводи, не заводи, Гарик! Забирать мы с тобой! Гарик! Гарик! Спокойно! Гарик! Таблетки выпей! Таблетку! Мартиросян вообще никогда таким не был. Никогда не был таким ты, Мартиросян. Да у меня и успеха такого не было. Тихо. 3 дня просто... Горит. Все, супер. Ребята, на фестивале можно уже даже концовку выступления и вручение приза зрительских симпатий. Гарик, садитесь в жюри независимое. Да. Независимое. Супер, Жорик, спасибо. Ваше выступление закончилось. Напомню, что нам нужно выбрать последнего победителя, кому же достанется приз зрительских симпатий. А я напомню, что мы спонсируем весь этот фестиваль. Получается, что безоговорочно. Безоговорочно. Приз зрительских симпатий, который вручает Гарик Мартиросян, достается... Супер... Жорик. Жорику, супер Жорику, да? Супер Жорику. Спасибо. Миш. Корпоратив уже. Все, поехали. Мам? Да, доченька. А. Купи мне что-нибудь. О, панду. Какую панду? Супер-панду. Супер-панды нет. Супер-Жорика. Да, и он есть, пожалуйста. О, моя хорошая, здоровая.
ты моя, мне поцелуй, муа, как дела, как, о, мама, как, дай, мама, как, кто еще поцеловать, иди сюда, папа моего поцелуй, он с автоматом папа, иди, папа, сюда, иди, муа, давай, бил там, так, и, как, давай вместе будем песни петь, танцевать, петь платье, леопардовое платье, как красиво, великолепно, неподражаемая именинница, потрясающая девочка, как, какие косички! Михаил, спасибо вам огромное, все было великолепно. А песня? Михаил, вы уже спели свою песню. Хочу тебя любиться. Все, замечательно. Михаил, осталось последнее, вот самое финальное. Скажите, сколько мы вам должны? Я полагаю... Если бы я был Михаил Галустян, взял бы, ну, примерно 1700-800. Но так... Дороговато, Михаил. Дешевато. И сколько, Михаил, всем интересно, всему дню рождения интересно. Сколько, Михаил? Где-то лама 2,5. 2,5? 1,5-2, если хотите, по возрастающей. Сейчас я подумаю точно. 1,5. Послушайте, а я могу поступить как на Netflix? Да. Об этом вы узнаете в следующей импровизации. Да блин, да блин! Я умею воровать знания телепатии. Девушка, вас что-то украли, вы что-то не помните? Что ничего не помните? А я вам сейчас расскажу. Ну, расскажите. Так, помню метро, потом ехали все в этом вонючем автобусе. Потом увидела Арсения, дальше вот пустота. Так, все, все. Я сижу, у меня все нет, ненормально. У меня вообще ненормально. У меня вообще ненормально. Какой... Остановись! Хватит! Привидение! Ну что, кто у нас тут плохой ученик? Я плохой ученик, Татьяна Николаевна. Вот, возьмите мой дневник, там у меня двойка. А что, Лёшкин, что ли? Да. Всю следующую неделю делаешь с ним домашку. Пошел от нее! Руки поднял быстро! Мужики, это не то, что вы подумали! Мы муж и жена! Может, сегодня при свете, а? Нет, я спать. А, да, сама выключай свет. Саша, Таня. Новый сезон. Скоро на ТНТ. Шоу с Михаилом Галустяном. Ау! Михаил Галустян! Как все произойдет? Это талант-шоу. Есть двое судей. Это Антон Шастун и Дим Позов. И есть два невероятно талантливых человека, которые вышли в финал. Их таланты в этом конверте. Они не знают, что здесь, но здесь какие-то сумасшедшие таланты, которые они будут демонстрировать. Ты центральный и главный член судейской комиссии. Так. Как ты поймешь, двое членов этого же самого жюри проплачены, и они будут топить за своих любимчиков. Тебе решать, кто выиграет в итоге. Ты? Я буду за Сережу топить. А мы тогда с Димой за Арсения будем топить. Поехали, талант-шоу! Добрый вечер, здравствуйте! Это талант-шоу! Под ваши аплодисменты я приглашаю невероятного Илью Сатакина. Ну что ж, Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Здрасте. Здравствуйте, Илья. Чем вы будете сегодня нас радовать? О, я же... Что вы подготовили на финал, Илья? Буквально секундочку. Я умею воровать знания телепатии. Вы профессиональный вор, да? Давайте посмотрим.
Ну и что вы радуетесь? Я понял, вы радуетесь, вы просто поддерживаете больного человека, правильно? Нужно поддержать. Ой, мама, мальчик. Кто это? Заткнись. Значит так, смотрите, я настаиваю, что это был какой-то бред. Человек вышел, поделал головой вот так, и все. Но у меня пустая голова. Какая пустая голова? Он все своровал. Что он своровал? Задайте мне любой вопрос. Как вас зовут? Димка. Я знаю. Я не знал. Ты что, сука, дебил? На тебе майка какого цвета? А, подождите, голубая, подождите. Надпись. Давайте дополнительный конкурс. Дополнительный конкурс. Легко, давайте. Продемонстрируйте, пожалуйста, украдите какие-нибудь телепатические знания у аудитории. Да, пожалуйста. Сейчас, секунду, мне нужно избавиться от этих. А, я Димон! Да заткнись ты! Смотрели. На кого ты смотрел? На кого? Я смотрел на девушку в пятом ряду. Девушка в пятом ряду. Раз, два, три, четыре, пять. Конкретная девушка в пятом ряду. Какая? Сейчас она вам рукой сделает знак. Да, вот это. Вы на шестом ряду. Чего умажете? Она теперь ничего не знает. Она не умеет считать. Девушка, вас что-то украли? Вы что-то не помните? Что ничего не помните? А я вам сейчас расскажу. Ну, расскажите. Так, помню метро, потом ехали все в этом вонючем автобусе. Потом увидела Арсения, дальше вот пустота. Так, все, все. Это полнейший бред. Мы с ним ознакомились. Я предлагаю позвать сюда финалиста номер два. Позовите, пожалуйста. Да, ходи отсюда. Встречайте, это финалист номер два, Клавдия Никифорова. Вот, вот, а Клавдия видно сразу талант. Ну, видно же, посмотри. Добрый вечер. Вот, какая Клавдия у нас, да? И голос располагает к общению. Клавдия. Клавдия, расскажите, что вы подготовили на финал? Я очень долго готовилась, около 46 лет. И что же вы подготовили? И вот, наконец, я приготовила вам номер, потому что я лучше всех умею принимать форму геометрических фигур. Форму геометрических фигур. Клавдия, продемонстрируйте, пожалуйста. Клава, браво! Но это что-то невероятное! Я вас прошу, успокойтесь, успокойтесь. Ну что, успокойтесь. Вам сколько лет, простите? Мне? Да. 52. 46 лет из этого я потратила на изучение форм геометрических. То есть в 14 лет вы уже приобрели этот навык, да? Он до сих пор не знает, как считать после прошлого участника. Это отвратительно. Вот повторите первую фигуру, пожалуйста. Повторите. Повторите. Ну, можно без музыки шар. Чистого. Что ну, это? Шар. Какой-то в жопу шар. В жопу шар какой-то. Это как раз-таки в жопу шар. Покажите вот это, вот свою легендарную. Я не помещаюсь. Вот это вот, вот это вот. Вот это вот. Покажите. Да, покажите. Что это? Покажите, покажите, Клава. Это была не форма. Это что такое? Это была разминка перед этим. А это что за такое? Фигура, Клавдия, напомните? Даже мне нужно как-то понимать, за что топить. Трипрайдер. Как? Твой в жопу трипрайдер. Трипрайдер? Это я на трассе словил недавно. Трипрайдер. Когда в одном отеле остановился. Об этой фигуре мало кто знает, но я потратила много лет. Короче говоря, вы после шара в жопу поймали трипрайдер. И теперь... Нет, было еще... Это что? Треугольникос. Какой в жопу это треугольник? Нет, не треугольник, это треугольникос.
А чем он отличается от треугольника? Это треугольник, который имеет ос. Ну вот! Нельзя выдумывать новые фигуры только потому, что у него кривое тело. Послушайте. Подождите, вы не заодно случайно? С ним? Да. А это она. Это она! Это вы видите! Вы не объективны! Коллеги, ну надо что-то решать, я не знаю. Я предлагаю позвать сюда участника номер один и принимать решение. Итак, время принимать решение. Сегодня мы посмотрели два невероятных выступления. Один человек воровал, другой принимал. Кому же отдать победу? Отдать победу вору или человеку, который принимает? Почему? Конечно же, мы отдадим победу человеку, который принимает. Я за Клавдию. Впервые в нашем шоу я не просто хочу, чтобы победил участник номер один, а чтобы участник номер один украл из головы участника номер два всю ту чухню, которую мы только что слышали. Поэтому, безусловно, участник номер один. Михаил, от вашего решения в этом финале зависит судьба всего. Спасибо, спасибо. Вот уже третий год идет этот конкурс. Очень много было участников. Вы финалисты. Вы лучшие из лучших. На вас смотрит вся страна. Безусловно, мне очень сложно сделать выбор. Два просто талантливейших человека дошли до финала. Я внимательно послушал и вас, и вас, и понял, что нас ждет суперфинал. До встречи в суперфинале! Подготовка! Слушайте, если честно, я даже не знал, что посередине может загореться желтеньким. Это Михаил Галустян. Это импровизация «Вращающаяся комната». У нас есть комнатка, и она крутится по твоему желанию. Зелененьким запустил, красненьким остановил. Класс. Ребята отправятся туда, в эту комнату, получат задание. Ты веселишься, они пытаются выжить. Вот и все. Все, проходите в комнату, получайте задание. Покажите нам комнату. О, боже! Парни, выходите! Ух ты, ё-моё! Вот это, да? Что это такое? А я вам скажу, что это такое. Это наш ответ охотникам за привидениями. Российские охотники за привидениями на своем первом деле. Погнали! Ох. Ну что, Тимурыч? Чё, Андреич? Ну вот и наше первое задание. Какая-то бабка сказала, что у нее здесь водится какой-то полтергейст. Если честно, я не очень сильно верю, но надо разобраться. Да. Мне кажется, это все какие-то глупости. А мне кажется, это не глупости, Антон Андреевич. В смысле? Ну, какая-то чертовщина происходит. Какая чертовщина? Я ничего не замечаю. А я замечаю. А что? Подожди, что не так, Тимур? Что не так? Да, по-моему, все не так. Да что не так-то? Да все не так. Блин, ты... Ух ты, ё-моё! Мы... Подожди! Подожди... Андреич. А? Чё-то я когда участковым работал, поприкольней было. У тебя еще ствол, блин, какой? У меня что-то такой, пистолет Макарова. Здесь надо все обработать. У нас же эта штука, чтобы обрабатывать. А эта штука, чтобы обрабатывать? Тогда я в порядке. Тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди.
Слушай, мне кажется, что здесь водится привидение. Я даже могу тебе его визуализировать. Знаешь, какое? Такое маленькое с бородой. А, такое мохнатое. Да. Слушай, может он вот здесь? Сейчас мы найдем, подожди. Сейчас я поищу, вот здесь точно. Да он такой маленький, он может быть где угодно. Давай начнем потихонечку обрабатывать. Давай. Подожди, если он маленький и мохнатый, это просто домовой. Ай-яй-яй-яй-яй. Андреич, да ты не ссы. Меня кто-то схватил. Прям схватил? Да. Сейчас помогу, подожди. Как я здесь оказался вообще? Подожди, подожди, иду помогать. Сука! Я не хочу работать охотником на привидений! Я вообще не хочу работать! Изыди! У тебя есть Библия? Тут по-другому не разобраться! Я знаю наизусть! Говори! Но это же православное привидение! Я сижу, у меня все нет, ненормально. У меня вообще ненормально. Сука, а какой... Остановись! Хватит! Привидение! Стой, слушай. Давай успокоимся, давай просто посидим, расслабимся. Я постою, расслаблюсь. Давай, постой, расслабься. Надо просто, ну, четко понять. Так вот. Я параллельно буду по чуть-чуть обрабатывать. Да, по чуть-чуть обрабатывать. Смотри, оно же, ну... Сейчас, подожди, дай мне понять. Ага, вот, все, опять жопа. Все, нужно просто прибегнуть к самому популярному и простому способу. Ловушка. Как избавлялись от привидений еще наши бабки. Вставай на колени. Давай, простите. Да сука, шляпа! Просто просим пощады. Никакие ловушки не помогут. Не помогут. Сейчас. Сейчас все успокоится. Пожалуйста, привидение, пожалуйста. Пожалуйста, привидение, пожалуйста. Привидение, пожалуйста. И привидение, это, пожалуйста. Это привидение, пожалуйста, привидение. Уйди на Федота да и... Сука, привидение. Пожалуйста. И убьет рюкзака. Дебаты на ТНТ. Партия геймеров. Геймеров, да. Да. Знаешь ли ты, ну, что у нас, если бы у геев был бы мир... мы бы его поддержали. Ты должна сопроводить меня на встречу выпускников, с которыми мы не виделись 17 лет, и представиться моей женой. Ты меня понимаешь? Заказать тебе пиццу? Как будто и не было этих 17 лет. О, не говори. Где работаешь? Что на личном? Я же женат. И кто она? Я не верю своим глазам. Как такое возможно? Такой женщиной, как я, вам никогда не завоевать. Козу мы твою трогать, конечно, не будем. А вот тебя, как в старые добрые времена. Ребят, не надо. Нельзя никого убивать. Почему? Ну, ты смотрела «Терминатор 2»? Секунду. Скачиваю. Смотрю. Ага, я тебя поняла. Девушка, назад, руки на машине. Будут жить. Калинин Иван, я полагаю? Да. Этой ночью кто-то вломился в лабораторию. Со склада пропал прототип боевого мультифункционального устройства в оплечных 112. Твою мать! Мама! Чё ж ты молчал-то? Как меня угораздило стащить именно это? Я вешу 250 килограмм. Какого хрена? Я боевой андроид. В случае угрозы военный протокол в приоритете.
Как же с вами роботами тяжело. Ты мыслишь. Ты личность. Твоя личность мне не безразлична. Сиськи четвертого размера тебе не безразличны. Да ну че. Твою мать, это андроид. Обезвредить. Бежим. Блин, что делать? Жми на газ. Да если меня поймают, меня посадят навсегда. И что? Это измена родине. Не бойся, я никому не расскажу. Программное чувство юмора. Оно самое. Лин. Что? У тебя там это, пуля прилипла. Дебаты на ТНТ. Антон Шастун и Арсений Попов представят две партии. Да-да. Оппонент будет абсолютно неизвестной личностью. Точнее, да. Какую партию он представляет. Потому что прямо сейчас мы это придумаем. Арсений надевает наушники, и мы придумаем для Антона Шастуна. Когда мы придумаем, они начнут между собой дебаты. Угу. И за каждую неправильную догадку о том, из какой партии оппонент, стакан в лицо. Как обычно. Естественно, наша старая жириновская традиция. Миш, мы знаем, ты добрый, ты веселый, ты смешной. Вот одно какое-нибудь прилагательное, то, чего мы о тебе не знаем. Какой ты еще? Я пунктуальный. Шикарно, отлично. Партия пунктуальность. Миш, какое у тебя хобби, ну вот кроме стрельбы? Есть еще какое-то? Ну да, я в компьютер играю. О! Гейминг, да. Гейминг? Гейминг. Вот именно, вот так ты партия гейминга. Ну или партия геймеров. Геймеров, да. Да. Гейминг. Дебаты, погнали! Партия скорострелов! Не будьте так наивны. А куда вы так торопитесь? Наша партия пока не изучит досконально один закон прямо вот до конца. Несколько раз его там прям не перечитает, а потом перечитает его так круто, что так круто, как этот закон мы читаем, никто его читать не будет. Заработаем там столько на этом очков, что просто вот мы будем такими профессионалами в этом законе, что вы даже вообще не поймете, о чем мы говорим. Так я и не понял, о чем вы говорите. Ну да ладно. Вы представляете, знаете, какую партию? Какую? А я вас расколол. Партию внимательного чтения. Это типа ваше предположение? Да. Фу, вы такой старый. Вот наши дебаты. Мы должны были здесь встретиться. Ага. В 5 часов. Так. А я приехал в 5:15, потому что, ну, так можно. Опоздал, получается? Вы же все типа раньше делаете. 15 минут? Благодарю вас, дорогие избиратели. 15 минут нормально. Я просто хочу хорошо выглядеть. Ах, ведь ты, вы... сука, ты догадался? Партия... Не знаю. Вы партия начальства? А-а-а, какого начальства? Ну, начальнику можно на 15 минут опоздать. А знаете что? Что? Нашу партию ненавидят жены. Вы партия изменников! Первый раз попал.
С каждым разом я все точнее. Вообще-то с каждым разом точнее наша партия. Точнее так, мы всегда точны, в отличие от вас. Всегда максимально точны. Абсолютно во всем. Понятно вам? Абсолютно понятно. Что же вы за партия? Что вы, партия пунктуальности? Да не попал. Я знал. Знаешь ли ты, ну? Что у нас... Ну вот, например, если бы у геев был бы мир... Мы бы его поддержали. Ну вы же понимаете, что я сейчас скажу одно единственное предположение, которое может возникнуть после того, как вы сказали, что вы поддержите мир геев. Вы партия геев. Чё-чё? Вы знаете, что наши отцы были сапёрами. Вообще запутали вы. Я не понимаю вообще! Я вам буду подсказывать. Давайте! Я вам буду подсказывать. Ну? Если вас не интересуют миры, которые мы поддерживаем, то я скажу, что ваша игра закончена. Ну вы, партия... Миры вы поддерживаете, миры. Сука, не просто миры. Геймеры. Серьезно? Вы партия геймеров? Да, такие тоже бывают. Какие круто перечитывать! Ты все сказал неправильно. Ты все сказал неправильно. Ты вообще все мне подсказывал неправильно, понял? Ты козлина. Я тебе как классно подсказывал, а ты мне вообще не подсказывал. Понял? Вот ты козел. Сфоткаешь меня, не буду обливать. Ты иди отсюда. Это Мишка Галустян, который был у нас в импровизации. Миш, спасибо. Было отлично. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Мокрый. Давай, давай, давай. Ничего страшного. Спасибо. Вы крутые. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Нет, не пока. Нет, не пока. Надо попрощаться тоже импровизационно. Я думаю, люди, особенно старшего возраста, будут просто счастливы. Тот самый номер, с которого, ну, для большинства начался Михаил Галустян. Не то, что попробуем его повторить, а сделаем по-своему. Ты солист детского хора. Мы пионеры, которые сзади. Поехали! Все, пока!